Супрацоўнікі Департамента финансовых расследований у Комитета Держконтролю Гомельской области затримали у областном центре валютчика с незаконной выручкой больше, чем у 25 тысяч долларов. Мужчина ажыццяўляў незаконные валютно-обменные операции только для проверенных клиентов и только у буйным памеры. У выніку апошняга такого обмену российской валюты его и затримали правоохоўнікі. Валютчик обменял 1 200 000 российских рублей на 35 тысяч белорусских и 2000 долларов США. У вынику все грошовые сродки были конфискованы. В ходе осмотра его автомобиля в тайнике также было еще обнаружено 6000 долларов США и 100 тысяч российских рублей. Указанное денежное средство изъято, ведется административный процесс. За незаконную валютно-обменную деятельность мужчине погрожает штрафу по мере до 3500 белорусских рублей. Вядома, что закладу сумме 3500 умовных одинок за арештованный автомобиль порушальник уже унес.